проблема с памятью. Думаю, ты не хочешь, чтобы он вспомнил, как был влюблен в прежнюю подружку? Я не должна врать, чтобы заполучить мужчину. О, Иди, я сохранила снимки. Я покажу их Майку в любой момент, когда захочу. Да, Карен Маклавски считала, что надо помогать людям. На что вы намекаете? И что это дает ей право не забывать. О собственной пользе. Возможно, пока они не подрастут и не разведутся с мужем.